Трактор МТЗ-80, серия про заднее стекло, крышку, капот, как он там называется. Как называется вот эта вот часть? Стекло, заднее окно, багажник. Нет, багажник вот этого, наверное. Ну, короче, вы поняли. Закрываем вот эту вот часть заднюю. Лист железа. Мятый, потому что упаковка. 0,6 вроде миллиметров. Заготовка. Ширина с запасом 135. Высота с запасом 95 на 95. Линеечка. Сколько там было-то? 135. Да. Сверху 120. А зачем две штуки вырезал? Офигеть. Так, что у нас тут? Ровная линия. Ровная? Ровная. Так, как поступить? Сначала надо ее загнуть. Только потом можно двигаться дальше. Да. Очень интересная тема. Да, давайте загибать.
Обчертил, теперь проверяю все углы и делаю периметр. Также загибаю на 4 миллиметра весь периметр.
Все загнули. Даже натертил окошечко. Сейчас надо это усиление сделать здесь. Здесь усиление в повороте сделать. Прям пластинки буду вваривать. Здесь усиление не надо. Здесь нахлёст есть у меня. После пайки будем выпиливать. Дадим Васе задание. Будет шуметь своей бензопилой. Так, вот сделал вкладку. Сейчас эту вкладку буду впаивать. Вот впаял пластину на поворот, потому что здесь все изрезано было. Сейчас сделаю тут то же самое. Здесь капельку, тут капельку. А потом можно резать. Сделали пазы для остекления. По бокам мощные, так как каркас будет держаться, чтобы не загибалось. Снизу, а сверху пока не сделал. Еще думаю, как это все сделать правильно, потому что с трех сторон, ладно, я сделаю, стекло смогу засунуть, плексиглас миллиметровый, а если я закрою и вверх, то уже не смогу, скорее всего, тут будет на клею держаться. А чтобы по бокам и снизу не было видно щелей, сделаем так вот. Да-да-да, ничего, движуха идет. Потихонечку. Время 8 вечера. Домой надо идти. Все. Готово. Теперь надо установить это на петли. И будет прекрасно. Сделал петельки. Полностью их припаял. Сейчас будем устанавливать. Она у нас будет съемная на двух винтиках М2. Прекрасно.
Прекрасно. Крышечка получилась. Закрывашку потом подумаем. Наверное, скорее всего, магнитики будут. Ну что ж, задача у нас была в этом фильме сделать вот эту вот заднюю крышку. Стекло буду вставлять потом. Работу мы выполнили. На этом кино заканчивается. Всем спасибо за внимание. Кому понравился трактор МТЗ-82, полноприводный, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Всем здоровья, пока-пока.